Ребята, всем привет! С вами Игрушка Настя. Поздравляю всех с Пасхой. Ну, по крайней мере, я снимаю это видео на Пасху, но, скорее всего, выложу на следующий день. Короче, ладно, вам не нужна эта информация. Я думаю, все уже заметили то, что я поменяла скин. Но, а если кто не знает, то у меня был вот такой вот скин. Хотела очень поблагодарить вот этого человека. Это именно он мне задонатил 350 робуксов. Спасибо тебе огромное. Короче, сегодня я буду делать неонового джинджер-котика. Да, вот такого вот милаху. И вот мой джинджер-котик. Я пошла на донатовский сервер. Первый трейдик. Давайте посмотрим. Мне предлагают Riot Китсуне. И неоновый райд, это, как он там, отер. Ну, это самый такой, как это сказать, неприкольный пэт. Спасибо! Угу. А, ну, я, собственно, так и думала. Это печально. Короче, я подумала то, что я, скорее всего, дам ему роделье. Ну, просто так мне не будут кидать трейды, а так, надеюсь, кинут. Нет. Ну все, я, собственно, его покормила. Теперь давайте предложим человеку, который мне кинул трейд. И что? Что ты мне дашь? Райт Церберус. Ну, прикольненько, конечно. Ну, блин, Цербруса можно достать. Не, ну хотя Джинджера тоже можно достать. Да ладно! Он-то неоновый. Райт Морская Звездочка. Ну... Понятно. Мне предлагают обычного этого ягненка, что ли, или как его правильно назвать, не знаю. Ну, нет, этого мало, потому что он скоро обесценится. Флайрайд Буффало, серьезно. Камоновский. Похоже, что мне перестали кидать трейды на этом сервере. Ну, тогда я пойду на другой. А, нет, подождите. Подождите. Еще не иду. Флайрайд Пчелка. Ну, я понимаю то, что на флайрайт, типа за робоксы. Ну, особо так она не ценится. Вот только собралась выходить, и мне еще один трейд кинули. Обычная акула, значит, да? И она даже практически не выращена. Ну, все ясно. Значит, обычный джинджер, йети, быки, альбина ма... Ой, не манки, а альбина бетси. Ну, понятно. Интересный трейд. Ну, нет. Райт Эму. Не, ну, я, конечно, понимаю. Но этого мало, блин. Флай Божья Коровка. Ну, нет. Флай Райт Лягушка. Прикольненький трейд. Но все-таки Джинджер Манионовый. Предложите, кстати, еще в комментариях, что вы можете дать за этого котика Джинджера неонового с райдом. Да, мне никто не кидает трейд. Конечно. Печальная информация. Ну, значит, я иду опять на другой сервер. Серьезно? Ну, пэты с морского обновления. Да, конечно. Блин, почему мне предлагают такие плохие трейды? Угу. Значит, райдбэк. Ну... Ладно, все понятно. Ну, этих быков у людей очень много. Еще один трейд. Что же тут будет? О, кстати, Райт Тирекс. Уже не так плохо, как было в прошлые несколько трейдов. Но все равно я пока отклоню. Райт, значит, ягненок. Ну, понятненько. Обычная акула. Райт, это божья коровка. Ну, понятно. Райт единорожка, ну, прикольно, конечно, но единорожки сейчас не очень ценятся. Надеюсь, то, что вы мне предложите что-то прикольненькое, и, может быть, я даже с кем-то затрейжусь, было бы классно. Райт панда, неоновый такой слов с этого, с фолтил яйца, ну, он камоновский. Как бы. Ну, я думаю, это будет уже последний трейд, и буду заканчивать это видео. Сейчас предлагают этого грифона золотого, обычного, ну, понятно. Короче.
ж, ребят, вот такое видео получилось. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайк и не забывайте подписываться на мой канал. Ждите новых видосиков и всем пока-пока.